Привет, друзья! У нас выпал первый снег. Посмотрите, какая красота! Но это ненадолго. Посмотрела прогноз. На следующей неделе опять уже пишут плюс 5. Если это, конечно, будет так. Ой, как хрустит! Как хрустит снежок. О, Зарка вышла на снежок. Посмотрите, какая красота! Мой лучок присыпала. Присыпала все мои печальки. Так, смотрим, что у нас тут. Так. Минус 6 где-то. Утром было минус 12. Еле отшкребла термометр. Вон, мою теплицу присыпала. Там еще в теплице у меня недоделок полно. Одна грядка недоделана. Ой, ну это так тяжело, потому что надо воду туда таскать. Вон, вода замерзла у меня, осталось в бочке чуть-чуть. Когда подтает, надо будет уже ее там вылить, использовать и все, убрать бочку. Все-таки уже зима. Ой, как все засыпало. Как здорово. Так что поздравляю нас с первым снегом. Красота. Зимы особо не хочется, но красиво, когда все в снежку, правда? Вон можжевельничек какой красивый, весь присыпало снежком. Ой, хрустит как. Слышите? Так хрустит снежок. Вон присыпала мою капусточку красивую. Снежочки стоит. Маленькая. Красота. Прямо сразу начала чувствоваться, что скоро будет Новый год, поскольку выпал снег. Вчера я свои подснежники присыпала немножко землей сухой, взяла. У меня там было в запасе чуть-чуть. Вон можжевельничек какой красивый. И укрыла свою крупнолистную гортензию. Думаю, ну, укрою. Не знаю, что там с ней будет. Непонятно, то ли она подмерзла, когда тогда был большой мороз. Ни с того, ни с сего, неожиданно. То ли не подмерзла, непонятно. Ой. О, смотрите, на уличке. Вон елочки мои красивые. В снежку стоят. Собачки бегают. И Зара моя бесится, потому что по улице бегают собачки. Вот такие дела, друзья. Так что желаю вам тоже хорошей погоды, хорошего настроения, крепкого здоровья. Всем пока!